Качество строительства автотрасс в Камчатском крае будет оценивать эксперт из Совета по транспорту и дорожному хозяйству в рамках проекта «Народный ревизор». Олег Куц подал заявку на участие в проекте и вместе с другими неравнодушными камчатцами внесет свои предложения по совершенствованию дорожной инфраструктуры. Я выбрал реконструируемая дорога Морпорт-Аэропорт А401. Решил принять участие в данном проекте, потому что я по своему образованию и по опыту работы всю жизнь я работаю дорожником. Потому что это мне близко, это мой профиль работ. Вот в настоящее время возникают вопросы по примыканиям. И я думаю, что я смогу каким-то образом помочь и выработать какой-то алгоритм действий по помощи гражданам, по организации комфортного движения по этой дороге. Ремонт федеральной трассы Морпорт-Аэропорт начали в прошлом году. 28 октября должна завершиться реконструкция 34 километров дороги между Петропавловском и Елизово. Еще одна участница проекта «Народный ревизор» будет проверять качество строительства детских площадок. Я больше 10 лет отдала работе в строительной отрасли. Я занимаюсь проектированием, я занимаюсь строительным контролем. Дело в том, что очень часто подрядные организации, которые занимаются проектированием и строительством, допускают технические ошибки. И эти ошибки необходимо отслеживать, вовремя вносить коррективы. Напомним, проект стартовал неделю назад. Чтобы стать народным ревизором, необходимо записаться по телефону 8 800 141 400. Прием заявок заканчивается сегодня, 12 октября. Уже в пятницу, 15-го, в Краевой библиотеке пройдут слушания для потенциальных волонтеров проекта. Информационное агентство «Камчатка».